Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в четвертый Tomb Raider, PlayStation 1, версия 1.0, или бета-релиз, от 10 ноября 1999 года, и у нас на очереди уровень Клеопатра Пелосас. Я уже немного побывал в этом уровне, но только немного. Более детально я его сейчас буду осматривать. Какие-то кусты. Какой-то бассейн. Так, в бассейне есть что-нибудь? А, есть там какая-то дыра вон. Подводная. Ну что, сплаваем туда? Куда я попаду? А почему я не могу? А, вот могу. И куда я попал? Интересно. Куда-то я попал. Так, здесь можно посмотреть в дырку. Опа. Где-то что-то опустилось. И там полезные предметики. Интересно, где это? Пошли искать. Вылазим из бассейна. Так, здесь что-то есть вообще? Наверху. Ну, вообще там вон на второй этаж есть, как бы. Справа балкон. Так, ну я надеюсь, в бассейне-то больше ничего нету. Я догадываюсь, где это могло произойти. Наверное, здесь, да? Дай-ка я возьму пистолеты. Я тут, помню, были ящички какие-то, комодики, которые мы можем разрушить. А, вот это место. Или нет? По-моему, да. Или нет? Так, здесь есть большая аптечка. Круто. А здесь что? А, вот туда пока не идем. Еще два комодика. Патроны к револьверу. Стрелы. Так, давай-ка сходим наверх еще раз. Патроны для дробовика. В двойном экземпляре. Здесь ничего. Так, зачем мне сюда выходить? Непонятно. Опа! А чё я тебя раньше не заметил? Скелетская ты морда. Ну да, сюда я уже ходил. Вряд ли мне сюда нужно еще раз. Погоди, а может это я секретную область какую-то открыл? Потому что здесь ничего подобного вроде бы нету. А, вот как раз я на балконе. Да. Но тут вроде ничего нету. Ладно, спускаемся вниз. Тут мы уже все сделали.
Я еще посмотрю здесь. А, ну здесь два входа. Понятно. Так, заводские механические жучки. Это такая вещь, тут можно вообще, по-моему, влипнуть, если неграмотно их использовать сейчас. Они могут сломаться просто, они не бесконечные. Да, впереди шипы, видим, да? Нам просто так не пройти. Так, а чё ты не хочешь использовать, я не понял. А, надо вручную. Так, вот жучок отключает шипы как раз. Можем теперь тут пройти. Но он не бесконечный. Теперь я попал в зал, где у нас вроде бы развилка. Что-то вот есть справа. Опа, скелет. Здорово. Так, а эта дверь? Похоже на дверь, да? Ага. Только она пока закрыта. А здесь у нас водичка. Интересно, для чего? Мне этот бассейн. Наверное, потушиться может от огня какого. Так, и вот здесь можно использовать жучка. И попробуй разбери, куда идти сперва. А там еще проход был. Кстати. Или... Опа! Лезвие. А тут у нас саркофаг. Давай откроем его. И нашли руку вторую, да? Правильно я понимаю? Да. Две руки у нас теперь. Ура. Ай, порезала. Так, и вот теперь гадай, куда мы пойдем, направо или налево? Я даже не знаю. Давай я сделаю квиксейв на всякий случай. Я правда не знаю, куда надо сперва идти. Заводим жучка. Он отключил очередные шипы. Так, здесь у нас есть ниша слева. Можно залезть. Тут еще шипы. И еще можно использовать жука. Или залезть в нишу. А куда я попаду? Ну, здесь стрелы вот лежат. Я посмотрю, а что тут? Еще один саркофаг, да? И бассейн. Ну, я не знаю, как насчет. Это не секрет, конечно. Так, что в саркофаге? Нога. Нога. Не, ну сюда по-любому надо идти было. Это без вариантов. Ай, пол хп отрезало. Так, тут там у нас решетка впереди видна. А здесь на руках вроде можно. Лаз какой-то. Да, обогнуть угол. Может, это дорога к секрету? Погоди, а дальше она не идет. Ха, а почему? Что мешает-то?
Не понял. Почему она не хочет идти? Главное, непонятно, а что мешает? Да вроде ничего не должно мешать. Почему она не огибает угол? Точнее, дальше не идет по проходу. Давай еще раз попробуем. Туда как бы она не лезет, слишком узко для нее. Она должна, по идее, идти. Не должно ничего мешать-то. Почему? Так, ну это я спрыгнул куда-то. Это откуда? Погоди, я отсюда начинал. Стоп. А тут вообще рычаг вот есть. Еще скелет. Опа. Платформа выстроилась для чего-то. А, вот тут внизу что-то. Не это ли секрет? Сколько у меня их было? 53 было? Нет, так и остался. Это не секрет. И где залазить? А, понятно. Эта дорога куда ведет? Опа. А почему меня здесь не было? Интересно. Еще один саркофаг. Опа, важную штуку нашел. Между прочим. Ой, горгулья, да? Это где? А, вот она. Нет, погоди, дробаш бери. Погоди, она что, огонь выпускает? Серьезно? Блин, она меня сейчас завалит так. Огромный зал, конечно. Здесь что? Ничего нету? Ничего. Тупик. Ага, вот тут можно жучка использовать еще. А здесь я был, да? А, погоди, так я же его здесь использовал, нет? Или нет? Я здесь не был. Другое место совсем. Тут патроны. Я понятия не имею, куда мне все-таки идти. Вот сюда используют жука. Или это путь назад будет? Тут еще один саркофаг вот.
Маленькая аптечка. Здесь что? Так, вот путь. А, погоди, вот тут... Сюда я не пошел, потому что я там полез в дыру, кажется. И вот еще какой-то путь есть. Может, мне туда надо? Давай попробуем. Рискнем. No. Как нет? Там тоже что-то лежит. Он может сломаться. А, вот это секрет. Отлично. Берем стрелы и аптечку. Что, сохраняемся? И патроны еще. Так, а шипы отключили здесь, я надеюсь? Да, навсегда. Вопрос только в том... Нет, туда мне не надо. Зачем вот здесь вот... Так, а тут что? Тут я был? Тут решетка как... Погоди, я же здесь был. Ну да, вот я не понял, для чего вот это вот было нужно. Чтоб я прыгнул в лаз, а смысл? Она же не огибала угол меня. А, или это чтоб с другой стороны, если я шел, нужно. Нет, вот она сейчас в эту сторону пойдет, да, получается, а в другую она у меня не шла. Интересно. Опа, магия. Видели, как она переместилась магическим образом? Совершенно. Вот здесь я заходил. Да, вот тут я отключал, а сюда не пошел. Смысла нету. Здесь есть шипы, но смысла нету тут сейчас. Уже делать ничего. Здесь я отключал, а тут была развилка, да. Вот тут еще было место, где мы могли использовать этого жучка. А, погоди, такой... А, у нас же ворота открылись. А зачем тогда? Не знаю. Или у нас еще какие-то места были? Погоди-ка. Так, а что за дверь? Тут какая-то дверь открылась еще или нет? А, я здесь был. Понятно. И вот тут проход получается. Или это он привел бы в одно место. Как раз таки. Там у нас и была развилка, да? Давай попробуем использовать. А, все, сломался жучок. Три раза только его можно использовать было. Ну, по-моему, да. По-моему. Так, и что мы нашли, получается? Две руки, одна нога. А где еще нога? А я вот не знаю. Я ногу-то не посеял. У меня нету одной ноги еще. Надеюсь, что нет.
Так, ну чисто по логике посудить, это же это место. Вот ворота. И вот там у меня сломался жучок. Правильно? По-моему, да. Так, я взял еще какой-то фароскнот, еще один. Так, ну здесь я уже был. Ай. Убили. Так. Жучка-то я тут использовал уже. Да, вот эта секретка как раз была. Сколько у меня их? 54, да, сейчас? Ага. Ну что, давай вставлять тогда вот этот фароскнот. Ноги не... нету, правда. А, тут еще патроны вот лежат. Интересно. И куда я попал? Маленькая аптечка. Опа. Так, а тут клон Лары создался. Такой вот зал специфичный. Надо будет охранять этот клон, насколько я помню. Если его будут урон ему причинять, будет мне урон приходить, по-моему. Здесь что? А, вот здесь на руках надо перебираться как раз на ту сторону. Понятно. Здесь ничего. Кстати, это последний уровень в Александрии. Да. Прощаемся с этим городом в игре. Можно, кстати, подойти, наверное, к этому полу. Ага. А внизу ничего нету. Так, ну что ж, тогда перебираемся по этим зацепочкам. Забираемся наверх и пошли. Ну, надеюсь, все было правильно сделано. Я ничего не упустил там. Да, можно даже по ней стрелять, но у этого нельзя делать. Так, здесь что? Сейчас горгули будут. А, две стрелы и нет горгули. Так, куда прыгаем? Летим вперед, да? Или нет? Погоди, или тут тупик у нас? А, здесь тупик. Понятно. Тогда прыгаем сюда. Слева ничего я не вижу. А тут есть проход. Забираемся наверх. Так. Опа, где-то еще горгуля.
Убиваем ее. Так, скелета вижу еще. Тоже зацепим заодно. Больше ничего не было. Так, тут какие-то двери. Дай-ка я пока пистолет возьму, там комодик надо разрушить. Вот, там аптечка лежит большая. Что это за кнопки такие? Их надо нажать? Нет. Как-то открыть надо эти двери. А как они открываются? Или кнопки там? Вот это, наверное, кнопка, да? Что-то я ничего не могу сделать. Не открывается. Может, где-то рычаги есть? А, точно. Наверху слева и справа рычаг. Да, вот у нас рычаги слева справа. Ну что? Давай, Лара. Уцелеем мы хоть? Сколько у меня хп-то? Ага, хрен-то. Надо подлечиться. Раз рычаг. Ой, я пострадал. Ты где? О, он клюет. Ой-ё. Блин, все заново начинать. Я не засейвился. Гаргули поналетели. Да, четвертая все-таки часть самая запутанная. Ой, ни хрена себе, рикошетом в меня пришлось. Так, давай еще раз. Вот, прилетает горгуля. Ага, она здесь. Нет, только в себя не стреляют. А то убьем. Так, я зачем-то опять слез. Эх. Надо сохраниться только сейчас. Я открыл одну дверь, получается. Теперь надо вторую дверь открывать. Наверное, еще одна птица вылетит. Так, дай-ка я сохранюсь.
Да, левая дверь открылась, теперь правую открою. Но у меня опять ХП мало. Лучше подлечиться. Вылетел? Или нету? Не вижу. Значит, нету. Ладно, забираемся. Там у нас два окошка, в которые можно посмотреть, я так понимаю. И открыть другую дверь. О, там скелет валяется. И... сразу его порешаем. Так, надеюсь, скоробеи не полезут сейчас. Так, я какую-то часть еще взял. Ornate Handle. А с другой стороны, что? Эй! Это я ударился о потолок. Хе. Надо быть осторожным, когда прыгаешь. Тут нет скелета. Еще какая-то часть. Хатор Эфиги. Можешь их скомбинировать надо? Да. Портал Гуардин. Получили. И куда это вставлю? А-а-а. Я понял, кажется. Вот сюда, да? Просто поставить надо. Ага. Дверка открывается. Ну, заходим. А, еще один скелетик. Да, арбалет, конечно, имбовый тут. Это я еще гранатомет не использовал. Ни разу. Так, берем патроны для УЗИ и смотрим сцену. Ага, трон. Лара посидеть решила. Опа. Стражники. Сейчас будет махач. Так, и чем вас мочить лучше? А чё, их не берет огонь, что ли? Я не пойму. Ну, давай дробаш-то давай. Убьет сейчас. Один готов. Так, надо лечиться, не жалеть аптечки. Живущий. Он еще живой. Но еще живое. Охренеть. Так, и тут еще два саркофага. Видимо, последние части. Вторая нога. А, это доспехи. Да, здесь доспехи. Breastplate. Ну, а там, наверное, вторая нога. Получается. Живучие стражники.
Полностью, да? Собрали все эти доспехи мы. Вроде как да. Так, два люка у нас открыты. А в какой прыгать-то? Или разницы нет? А, без разницы. И завершаем Александрию. А, кстати, я, наверное, мог к Жаныву вернуться в какой-то момент, а я забыл вообще про него. Congratulations! You survived to fight another day. I trust that you now have all the armor. Jean-Yves shall be escorting us to Cairo, not entirely of his own free will, I admit. A simple trade, his life for the armor of Horus. Do not take too long thinking it over. Yours apologetically, Verna. И следующая локация у нас будет Каир, столица Египта. Город мертвых, по-моему, будет называться следующий уровень, да. Ну что ж, сохраняемся. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи, услышимся в следующих сериях. Пока-пока.